Рынок медицинских услуг достаточно широкий, но при этом найти грамотного специалиста бывает сложно. Сейчас пациенты хотят, кроме выявления заболеваний, получить внимание врача, и чтобы такое посещение не ударило по семейному бюджету. В медицинском центре в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» предоставляется весь спектр необходимых услуг. Медицинский центр работает с 2003 года, а в 2011 году решением епархиального совета по благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора был переименован в православный медицинский центр в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Создатели клиники – люди православные, которые искали способы и методы не только улучшить качество врачебных приемов, но и снизить их стоимость. Попасть на прием к врачу могут все с полисом ОМС, а также по направлению пролечиться в дневном стационаре совершенно бесплатно при поликлинике. Время приема в центре не ограничивается определенными рамками. Каждому обратившемуся уделяют достаточное внимание в зависимости от заболевания, чтобы провести полный медицинский осмотр. Прежде всего, меня поразила это вот любовь здешнего всего персонала. То есть, вы знаете, когда к вам с любовью относятся, у вас просто уже половину выздоровления. И профессионально на все вопросы расставят акценты. Я просто, я не знаю, я, может быть, не жил бы до сегодняшнего дня. В центре ведут прием врачи с опытом работы в ведущих клиниках. Применяются современные методы обследования. При этом отсутствуют долгие очереди. Каждому пациенту персонал относится с пониманием и вежливостью. Недавно на базе центра открылось офтальмологическое направление. Кабинет врача оборудован современным японским оптическим когерентным томографом, позволяющим проводить ОКТ роговицы, угла передней камеры глаза, сетчатки, ДЗН и проводить исследования на глаукому. На руки выдаются цветные протоколы исследований, заключения и рекомендации. А кабинет невролога оснащен лечебной кроватью для вытяжения позвоночника, чтобы устранить патологии позвоночника. Мы заботимся о всех обратившихся к нам за помощью и относимся к ним как к родным людям. Мы рады, что многие больные люди чувствуют облегчение уже после первого приема врача. Как раз это и есть залог успешного, 100% положительного результата в нашей работе. Основными постулатами, на которые опираются в работе центра, это качество, скорость, милосердие.